Тайная вечеря. Испуганные ученики, предатель среди них. И он говорит о своем теле, которое будет сокрушено. Печаль, трагедия и в то же время радость. Радость узнавания, ибо он вернется, ибо он придет, потому что в эту таинственную ночь он заключил со всеми нами свой вечный Новый Завет. Вечный Отец Завет. Александр Мень, православный священник. Сейчас мы видим его выступление в 1990 году на Олимпийском стадионе в Москве, в столице Советского Союза, перед 15-тысячной аудиторией, которая собралась по приглашению Баптистской Церкви, чтобы вместе праздновать Пасху. По этому случаю отец Александр Мень говорит о последней трапезе Христа накануне его страданий. Необычность этого было события, она заключалась в том, что православный священник, да, выступал перед людьми, которые были как бы в другой церкви. Настоящее значение для нас воскресения, он стремился передать это вне зависимости от того, какая это была конфессия, людям фактически открытым. От самой встречи вся Россия была, как сказать, одна сплошная губка, которая готова была впитывать благую весть. Но приближается уже время новозаветной Пасхи, и уже больше не будет жертвы Агнца, а он будет жертвой за нас, за всех. Я с вами во все дни до скончания века. И каждый человек, ты, любой человек, может встретить воскресшего Господа на своем пути. И сегодня он говорит каждому из нас: тебе трудно, ты не знаешь, куда идти. Не бойся, это я с тобою всегда, потому что с нами Господь Иисус. Не учение Иисусова, а Он Сам, живой и воскресший. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! В этом месяце Международное экуменическое братство предлагает вам посмотреть на жизненный путь Александра Меня. Этот необычайный человек является для христианства всемирным гением, активным проповедником и бесстрашным апостолом. Он умер в муках 9 сентября 1990 года. Хотя я дорожил ровным светом и боялся всякой экзальтации и аффектации, в какой-то момент пришло и то, что можно назвать обращением. Это было где-то на рубеже детства и юности, когда я очень остро пережил бессмысленность и разрушимость мира. Вот это было в 47-м году, вскоре после войны. И я помню этот вечер, когда я принял это решение. Это был теплый вечер, то ли осенний, то ли летний. Все мы вышли на улицу, было темно, но кругом горели огни. И из-за каменного моста вдруг поднялась огромная голова Сталина и устремилась в черное небо. И там повисла. И на него были направлены прожекторы. Вот я, глядя на эту антихристову голову, все-таки думал, что я обязательно должен стать священником, чтобы как-то противостоять таким вещам. Тогда же я услышал зов, призывающий на служение, и дал обет верности этому призванию. С тех пор оно определяло все мои интересы, контакты и занятия. Неисчислимое количество раз я узнавал руку, ведущую меня. Ее действие проявлялось даже в мелочах.
Когда я размышлял о его жизни, я был поражен, увидев, каким образом он был подготовлен к всему тому, что он делал, совершая свое служение священника. Подготовлен уже самим фактом рождения в христианской семье, в то время, когда церковь казалась совершенно разрушенной, когда люди отвернулись от веры, когда преследования были чудовищны. В период с 17 по 37 год мы имеем множество мучеников, людей, которых расстреливали без суда и следствия, уничтожение церквей и отход большей части населения от церкви, от православия, от христианства. Так что к 1937 году на свободе оставалось буквально несколько епископов и несколько, может быть, соцсвященников, остальные либо ушли из церкви под страхом репрессий, либо были расстреляны, либо были, находились в тюрьмах. Это были настоящие жестокие гонения, по своей жестокости, наверное, происходящие гонения в Римской империи, империи первых христиан. Когда, конечно, справедливости ради, надо сказать, что гонения касались не только церкви, они касались крестьян, рабочих, интеллигенции, партаппарата, военных, всех. То есть храмы были очень редкими. Библии и Евангелия не издавались вообще. Между тем, духовная жизнь не угасла. Она продолжается в основном тайно, в катакомбах 20 века. Именно там, под сенью Троицы Святого Сергия монастыря, в маленьком Александре, которого близкие звали Аликом, зарождается вера. Он был крещен одновременно с матерью, отцом Серафимом, человеком с глубокой духовностью, который будет сопровождать семью на протяжении многих лет. И мама, и папа не скрывали то, что делается в стране. Это было, в общем, окружение, безусловно, враждебное и оппозиционное. Маминой, конечно, такой жизнерадостности, ее вере, которая всегда говорила, что вот к тебе приходит человек незнакомый, ты считаешь, что к тебе пришел Христос. Ты должен ему как-то помочь всеми силами, выслушать его. Если ты можешь рассказать о том замечательном, что ты знаешь. Но, тем не менее, вот это вот подпольное существование, оно уже обусловило способность жить самостоятельно. И вот эта свобода от мнений большинства, она сохранялась в нем на всю жизнь. Такая внутренняя духовная свобода, которая определяется прежде всего именно жизнью по Евангелию, жизнью в церкви, а не сменой внешних политических конъюнктур. Что он, который вмещал в себе всю Вселенную, он себя умолил, приняв образ служителя, общего служителя для всех. Так вот это слово умоление, скенозис по-гречески, слово, которое очень любили отцы церкви, но показывает величайшую тайну, красоту свободы, величие свободы, которое посеяно искоркой в каждой душе человеческой. Но потому и образ и подобие его, что у нас есть свобода. Явление Христа оставляет каждого свободным. Хочешь, иди за мной. Вот путь. Александр был чрезвычайно одаренным и рано сформировавшимся человеком, жаждущий знаний в возрасте 15 лет. Он самостоятельно начинает изучать богословие и писание отцов церкви.
Он пишет первое богословское эссе, в котором содержатся зачатки всех его последующих трудов. Погружается в чтение трудов великих философов. В особенности он открывает для себя Владимира Соловьева, великую фигуру в мировой философии. Это становится для него откровением. Мысль Владимира Соловьева даст направление для всей его жизни. Ведь христианство есть та линия, которая соединяет высшее и низшее, божественное и человеческое. А если это богочеловеческое, значит нет ничего в истории, что было бы безразлично для духовности. Значит, христианский идеал может впитать в себя все. Может впитать в себя и социальные проблемы, и нравственные проблемы общества, и даже проблемы искусства. В диалектике двух элементов, внешнего и внутреннего, открытого к миру и в то же время сосредоточенного, заключается самая глубинная истина Писания. И когда мы всматриваемся в нее, мы находим в итоге главную форму, последнюю форму. Духовное сообщество людей, идущих к высшей цели, несомненно представляет собой все-таки некое обособленное целое. И в то же время это сообщество открыто всем и всему миру. Да, тот, кто хочет глубинно, духовно развиваться, должен выстраивать ограду вокруг своей души. Иначе шум мира все заглушит. Но в то же время тот, кто не хочет превратить это в маленькую резервацию, в душный лампадный мирок, в котором дух не может жить, тот человек не должен делать эту ограду абсолютно. Это как вдох и выдох. Это как общение с многими и общение с одним. Это как уединение и общение. Это как день и ночь. Я бы хотел, чтобы, сделав вот этот маленький экскурс, чтобы вы почувствовали, что многообразие, противоречивость в лоне церкви христианства, тем более противоречивость между различными христианскими исповеданиями, между протестантами, католиками, православными, что это не есть распад, разлом, а что это есть лишь проявление частей целого, единого целого, до которого надо дойти, до глубины. Тогда соединится то, что нам кажется несоединяемым. Тогда источник, глубинный источник духовной жизни не будет питать только отдельную душу или кучку отдельных душ в их внутренних переживаниях, а выйдет за пределы только личностного, а станет для нас силой общественной, силой социальной, силой, которая поможет нам жить в этом мире и нести в этом мире человеческое свое достоинство и свет, который каждый получил в той степени, в которой он к нему приобщен. Можно сказать, что он подготовил себя почти систематическим образом к выполнению предстоящей задачи евангелизации. В частности, он занимался серьезными научными исследованиями. Дело в том, что в Советском Союзе был своего рода культ науки, и он понимал, что, используя научный подход, он сможет достучаться до многих людей. Так, в 1953 году он поступает в Пушно-Меховой институт, в то же время продолжая самостоятельно изучать богословие. В этот период, благодаря изменению политики Сталина, после периода затишья для церкви в истории страны открывается новая страница. Меняется отношение к церкви, начиная с прихода Хрущева. Это после смерти Сталина в 1953 году.
уже в 1654, а потом особенно в 1656, начинается активная антицерковная деятельность государства, атеистическая пропаганда. Ведется активная работа по поиску людей среди священников, верующих, которых под давлением и так или иначе заставляют отречься от своих убеждений и публично выступить против церкви, против христианства в газетах, там, лекциях, там, по радио и так далее. То есть идет такая мощная работа. В этой обстановке в 1956 году в Москве Александр Мень венчается с Натальей, студенткой того же института. В конце обучения он остается без диплома об образовании. Администрация института, узнав о его отношениях с церковью, внезапно исключает его из института во время сдачи выпускных экзаменов. Таким образом, он понимает, что перед ним открывается путь священнического служения. И в 1960 году в Донском монастыре он был рукоположен в священники. Затем наступает, после отстранения Хрущева, наступает эпоха Брежнева, середине 70-х годов. Стремятся сделать религию личным делом, хотя продолжается такое очень пристальное слежение за церковью, стараются всячески туда ввести людей, которые становятся информаторами от КГБ. То есть государство создает структуру, которая внимательно следит за всеми событиями, которые происходят в церкви. Остаются по-прежнему запрещены воспитание детей, обучение религии, как тогда называлось, всякая благотворительность, этим занимается только государство. Остается только культ богослужения в храме, а всякая деятельность за стенами храма, она незаконна. Вот. И вот в этой обстановке отец Александр Мин начинает свое служение. Так его посылают в приход в Алабино. Но после проверки КГБ он был переведен в Тарасовку в 1964 году. Там, из-за того, что он оказывает на людей большое влияние и что все возрастающее число молодежи обращается к Богу, благодаря общению с ним, его настоятель доносит на него в КГБ. И в 1970 году его переводят в другой приход, в новой деревне. С женой и с двумя детьми он поселяется в небольшом поселке Симхоз. Главный ответ Бога человеку в его страдании заключается в том, что он страдает вместе с нами, что он становится таким же, как мы, переживая эту агонию, переживая предательство, переживая одиночество, переживая, наконец, саму смерть. Иначе это не было бы полнотой Боговоплощения. Иначе это не было бы той близостью, радостной вестью, близостью вечности к нам. В основе христианства лежит то, что Бог, стоящий над страданием, пошел к нему, стал с нами и вместе с нами страдал. В этой ситуации отец Александр Мень использует все возможности и все доступные средства для просвещения своих прихожан, лишенных всей духовной культуры. Устное обучение он расширяет через написание многочисленных книг, которые издаются тайно в Бельгии. Ну и, наконец, не забывайте, что церковь – это есть не просто помещение, куда люди приходят, а это общение верующих между собой. Поэтому на праздники, общие дни торжества, церковные торжества общайтесь между собой, делитесь трудностями, переживаниями, радостями и всем.
храните огонь Христов, который сегодня вам вручен. Христос воскрес! Il a mis l'accent sur la dimension communautaire. Он подчеркивал важность общинного измерения христианства. Это очень отчетливо осознавал. Он заботился о том, чтобы все молодые люди, приходившие к нему, часто это были взрослые молодые люди, которые принимали крещение, объединялись в малые группы. Потому что опыт общинной жизни был для них очень важным. Деятельность таких групп жестоко преследовалась. Тем не менее, отец Александр никогда от этого не отказывался. Pour lui, la chose la plus importante, c'était de aider la personne à rencontrer le Christ. Самым важным для него было помогать человеку встретить Христа. Это то, что он сделал для многих людей из интеллигенции, очень известных поэтов, актеров, художников. Même très très connus, des poètes, des acteurs, des peintres, etc. И это очень важно, потому что отец Александр считал, что человек призван быть соработником Бога-творца. Образ и подобие Творца в человеке – это есть разум, совесть, творчество. Лишить человека разума – это значит сделать его скотом. Лишить человека совести – это значит сделать его машиной. Машина есть там свой разум, но когда нет совести… Лишить человека творчества – это значит лишить его важнейшие черты богоподобия. Ибо сказано в Писании: «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». Это говорит Творец. Пока мы дышим, мы должны творить. Малая сестра Иисуса Клер из общины малых сестер Иисуса Шарля де Фуку дружила с отцом Александром, с 1974 года живет в Москве. Мне очень повезло, потому что я приехала в Москву в 1974 году, но в течение года из-за политической ситуации в стране я абсолютно не могла встречаться ни с кем из русских, потому что это было очень опасно для них. И человек, в доме которого я работала, сказал мне: «В течение года нельзя ни с кем встречаться, чтобы быть уверенной, что за тобой не следят. И никого из-за тебя не посадят в тюрьму». Но неожиданно, в конце 1975 года, между двумя праздниками Рождества, католическим и православным, моя хозяйка попросила меня привезти молока для маленькой новорожденной девочки, так как у ее матери не было молока. Для меня это было совершенно чрезвычайное событие, потому что в первый раз за год я покидала Москву, и я должна была посетить русскую семью. И когда я там была, пришел отец Александр, чтобы осветить их дом. Я думаю, что это было не что иное, как чудо. Когда я увидела его, у меня возникло твердое убеждение, что я вполне могу рассказать ему, кто я, ведь я никому не рассказывала о том, что я малая сестра Иисуса. Это было абсолютной тайной. И я не знаю почему, но я действительно почувствовала, видя его доброжелательную открытость, что могу, не сомневаясь, рассказать ему, кто я. И представьте мое изумление, когда он ответил: «Отец Шарль де Фуку, да, я знаю, кто это». И тогда я сказала себе: как может быть, чтобы в 75-м году, вдали от всего, в то время, когда не было никакой информации ни по радио, ни где-либо еще, он все-таки слышал о братстве?
Et alors, il m'a invité ce jour-là même. И вот тогда он пригласил меня. Не могли бы вы прийти сегодня вечером? У меня будет экуменическая встреча. Я была очень смущена, потому что мои сестры-настоятельницы были обеспокоены моей дальней поездкой за город. И тогда я стала молиться. Я молилась и думала, что делать. И потом я сказала себе, нет, от этого невозможно отказаться, такая возможность. Я остаюсь. И вот наступил вечер, и в самом деле я увидела, как приехало несколько молодых людей. Среди них было, по крайней мере, один католик, два протестанта и православная молодежь. Отец Александр объяснил, как он видит единство христиан. Для меня это событие стало также и откровением. Потому что у меня было такое чувство, что отец Александр происходит из единой неразделенной церкви, из Вселенской Церкви Христа, а в основе этого было Евангелие Иисуса Христа. Великого Господина Отца нашего Пимена Святейшего Патриарха Московского и Сия Руси, Великого Господина нашего Роза Адамянц, замужем. Она была одной из многочисленных прихожанок Александра Меня. Сегодня она занимается распространением книг отца Александра и записи его выступлений. Была активной комсомолкой, неверующей, Бога для меня не существовало. Вот. Мне хотелось делать карьеру, мне хотелось... Вот я училась на физическом факультете университета, мне хотелось познавать тайны мира, в общем, быть ближе к самой сути вообще жизни. Вот. И совершенно случайно мои коллеги, физики, они были знакомы с отцом Александром. Это была верующая семья. И мы просто попали к ним на Пасху. И там был отец Александр. И я с ним познакомилась, и мне захотелось продолжить с ним знакомство, как просто с интересным, умным, образованным человеком. И мы приехали в новую деревню, где беседовали абсолютно на политические темы, там, на общественные политические темы. Вот. И он стал давать книги, свои книги, которые он написал. Естественно, у меня возник интерес, я их стала читать. И вот чтение этих книг многое во мне перевернуло. То есть я поняла, что самое... Ну, это, конечно, не сразу произошло, но постепенно, что самая суть вот, мира, жизни, существования человеческого, она в Откровении, в Евангелии, а не в тех науках, которые мне хотелось изучать. И постепенно, читая его книги, я поняла, что мне надо креститься. Аминь. И Сына. Аминь. И в Евангелии сказано, что пастух бросает 99 овец, чтобы найти одну пропавшую. Не то, что он сказал, 99 хватит. Одна на амортизацию списать. Нет. Он пошел искать одну, единственную. Потому что каждый дорог, каждый любим. Каждый отражает в себе вечность, пусть замутненно, пусть неполно, но все равно она как-то в нем живет. Мы все-таки образ и подобие Божие. Время от времени такие всплески вот, новых преследований церкви теперь уже под эгидой того, что она вмешивается в политическую деятельность. И, собственно, отца Александра несколько раз тоже вызывает КГБ. Он, так сказать, остается под таким жестким присмотром вот этой организации, называемой КГБ. И, наконец, с приходом Горбачева начинается новый этап жизни России. Через несколько лет после своего, так сказать, назначения в качестве главы государства и партии, Горбачев меняет политику государства по отношению к церкви. Это совпадает с празднованием тысячелетия крещения Руси в 1988 году. Уже к этому времени
за 2-3 года примерно восстанавливается Даниловский монастырь в Москве, восстанавливаются многие храмы, меняется, так сказать, взаимоотношение, встречается с главой церкви, патриархом Пименом, глава государства Горбачев. Открываются, так сказать, возможности для вот такой церковной работы. Для отца Александра Меня открылась возможность передать людям все свои труды предыдущих лет, труд всей своей жизни. И поэтому он использовал любую возможность для проповеди Евангелия. Он выступил с циклом лекций в больших залах, в клубах, на фабриках, на радио и телевидении. Вместе с другими людьми он участвовал в создании библейского общества и журнала «Мир Библии». Он основал православный университет, постоянно посещал детскую больницу, создал воскресную школу. Между тем он чувствовал, что время его сочтено, и он не должен терять ни минуты. Словом, это вот такой триумф, апофеоз его жизни. Тот момент, к которому он готовился, в общем-то, так сказать, всю жизнь. Причем, когда он писал еще свои книги, там, в 1156 году, там, и все читал, и внутренне себя, так сказать, к этому готовил, все это представлялось абсолютно нереальным, невозможным. Но отец Александр всегда говорил, что мы должны трудиться, писать, когда нам будет что сказать, Бог нам даст эту возможность. Наоборот, будет очень печально, когда нам скажут, вот вам радио, телевидение, идите, говорите. А нам нечего будет сказать. Начинается, была одна даже уже телевизионная передача, переданная в эфир по первой программе, где отцу Александру предлагалось рассказать о духовной жизни человека, не употребляя слово «Бог». Этого слова говорить было нельзя. Мне кажется, что в наше время, когда люди буквально на краю пропасти стали понимать, что путь идет не туда, повернулись и увидели, что в человечестве хранятся сокровища, которыми мы пренебрегли. Кто из нас не хочет быть счастливым? Каждый человек. Но древний мудрец сказал, что главное счастье все-таки зависит не от того, что вне нас, а от того, что внутри нас. Так вот, долгое время мы пытались изменить и улучшить только то, что вне нас. И, честно говоря, не очень-то преуспели в этом. И поэтому сегодня, мне кажется, пора обратиться к сердцевине человека, к тому, что поднимает нас над миром природы, к тому, что может нас возвысить. И как раз в это время и силы противодействующие, они тоже не остаются в стороне. Он получает множество писем с угрозами, на каждой лекции задаются какие-то, так сказать, провокационные вопросы. Несколько месяцев спустя, 9 сентября 1990 года, отец Александр Мень был убит ударом топора на тропинке, идущей от его дома. Он шел совершать литургию в своем приходе в новой деревне. И в тот вечер, когда об этом сказали в новостях, я родителям сказал, что, ну, слава Богу, вот убили тут такого же обманщика. И что-то внутри меня сказало о том, что ты очень неправ. Ты не прав. Что ты несправедлив. И через 4 дня в киоске, в печатном, я купил газету «За рубежом». И там были главы из книги «Сын человеческий», посвященной смерти и воскресению. И я увидел слово «отец Александр Мень». Мне просто захотелось почитать, потому что вот я задумался, вот то, что мне сказало внутри, что ты не прав. Я стал читать про смерть и воскресение. И когда я читал это, я
я обратился. То есть я вдруг узнал, что это все правда. Причем для меня это было настолько необычно и настолько было не укладывалось ни в какие рамки, я не знал, что мне дальше делать. Потому что в голове вот это вместить совершенно не получалось никак. И потом я стал читать все его книги. Они выходили. И 3 года я читал, и это для меня было христианское образование. Через 3 года, в 93-м году, я пришел в храм. Пришел в храм Косьмы и Демьяна, где были ученики отца Александра. И я сразу попал в молитвенную группу, которую вел ученик отца Александра. И там я встретил Владу, и там мы женились. Силы для этого были в его знании Христа. Совершенно ясно, что, как говорил один епископ еще в 30-е годы в СССР, гонима ли церковь в СССР? Он отвечал, что настоящая церковь всегда гонима. Так что сопротивление, в сущности, язычества, в человеческой, так сказать, массе. И поэтому в любой обстановке всегда проповедник, пророк, он всегда ощущает это сопротивление. И он идет ему навстречу с тем, чтобы, как говорил апостол Павел, я был всем для всех, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Сила христианства не в его триумфальности, а в его неуничтожимости. Когда воплощенная любовь к Богу в такой степени, то зло это пережить не может. Вот именно земной князь мира сего, он этого не может пережить, он уничтожает. Но уничтожая на самом деле, он поражает себя, по большому счету, а не того, кого он хотел убить, потому что его убить невозможно, отца Александра, и он сейчас делает больше, может быть, чем он мог бы делать при жизни. Вот. Накануне своей смерти отец Александр произнес эти заключительные слова на своей последней лекции, посвященной христианству. Христианство есть освящение мира, победа над злом, над тьмой, над грехом. Но это победа Бога. Она началась в ночь воскресения, и она продолжается, пока стоит мир. В этом году, 3 октября 2007 года, патриарх Московский и всея Руси Алексий II посетил Францию и, в частности, кафедральный собор Нотр-Дам-де-Пари, чтобы помолиться вместе со многими тысячами христиан. Это важный исторический шаг в направлении сближения католической и православных церквей. Присоединяясь к молитве Христу Распятому, произнесенной по этому случаю патриархом Алексием II, мы предлагаем в этом месяце молиться о том, чтобы мы неустанно стремились находить возможность вместе свидетельствовать о евангельской истине и о христианских ценностях. Пришло время объединить наши усилия перед лицом новых вызовов современности. Христиане должны найти возможность совместно свидетельствовать о евангельской истине и о неприходящих нравственных ценностях. Слово месяца взято из первого послания апостола Павла к Коринфянам. Глава 9, стихи 22 и 23.
Для всех я сделался всем, чтобы спасти во что бы то ни стало некоторых. И все я сделаю для Евангелия, чтобы стать соучастником Его».